Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, у понеділок ми зустрічаємося з медиками і говоримо про наше здоров'я або про проблеми медицини, які нас хвилюють. Сьогодні наш гість – це Гринюк Микола Львович, завідуючий відділом заготівлі крові. І наша бесіда взагалі присвячена донорству. Якщо вас щось цікавить з цієї теми, залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». Якщо не дуже зацікавлені, все одно залишайтеся, тому що я думаю, що ви багато цікавого дізнаєтеся. Отже, доброго дня вам. Доброго дня. Микола Львович, ми з вами зустрічаємося після такого, можна сказати, для вас свято, так? Як професійний день донора. Ви безпосередньо працюєте з донорами і знаєте всю ситуацію, яка складається в нас із донорством, і з донорами, і з тим, що робити, як робити. Тому я думаю, що сьогодні ви нам дуже цікаво всього розкажете. Хотілося б почати з такого питання. Отже, День донора раз на рік. На рік, так. І завжди, як то кажуть, ми згадуємо, одні думають, що ми згадуємо тоді, коли цей день настає. Але ви з цим працюєте постійно. Але в цей особливий день, про що думає людина, яка постійно працює з донорами і з проблемами донорської крові? В этот день на станції переливання крові всі працівники думають о том, щоб побольше прийшло донорів, і ми заготовили побольше крові. Существует еще в XVI веке началась эпопея переливания крови. И есть ученый Лайнштайнер, лауреат Нобелевской премии, он открыл группы крови, и поэтому к этому дню, его день рождения, 14 июня, и к этому дню приурочили День донора. Отже, групи крові нам потрібні для того знати, щоб знати, сумісна кров з якими чи не сумісна, да. Так? І от перше переливання зробили, совпала група крові. І випадково. І да, больной і донор вижив, больной вижив. І з цього моменту і почалось донорство, собственно говоря. Потім це все прекратилось, тому що не знали групу крові, і це почались реакції, і запретили переливание как такового. В 19 веке, когда открыли группы крови, уже началось более конкретное изучение всего этого. В этот день, вот 14 у нас вот этот прошел уже день донора, на станцию к нам пришло более 60 человек. Если считать, сколько это заготовлено, ну, это 30 литров крови. Будем считать, что два донора – это литр крови. И существует такое мнение у многих, что взяли кровь и вылили ее. Такого нету. Хранение крови зависит от того, на каком консерванте она заготовлена. Хранится она 21 день. Если на консерванте глицер, если от добавления разного препаратов, в частности аденина, то она хранится 35 дней. Поэтому нету понятия, что мы взяли и вылили. А существует среди и телезрителей, и нашего населения такое положение, что взяли и вылили. Никуда а мы скажите, не будь ласка, от 60 литров крови забрано в один день, це в день донора. В середньому в день скільки потребує крові для переливання потребується в області? Это в зависимости от... Ну, звісно, що від ситуації залежить, але так... В целом я скажу так, что в месяц мы отдаем крови где-то литров 60, uh-huh. а вот плазмы больше, 120-140 литров в лечебное учреждение. А для того, чтобы заготовить плазму, потребно больше крови використовувати, так? Дело в том, что кровь, которую мы взяли от донора, мы ее разделяем в этот же день и получаем эритроциты и плазму. Соотношение такое 40 на 60, то есть 40% идет плазмы, 60 литров процентов это эритроциты. Эритроциты, в принципе, хранятся 21 день, угу. А плазму мы храним 2 года. Значит, существует приказ о
карантинизации плазмы, донорской крови и компонентов ее. Это все идет, сводится к тому, что мы получаем качественный продукт. В каком плане? Донор, который пришел, мы его обследуем. И результаты получаем к 5 вечера этих доноров, которые сдали сегодня. Если что-то обнаруживается, то кровь, то есть эритроциты и плазмы уничтожаются просто. Вот это, но это 1-2 донора, если какая-то болезнь. Они болеют болезнью. Скажите, была остальное как... все хранится у нас, я сказал, 2 года, плазма. И при повторном обследовании донора, который сдал вот сегодня, он приходит к нам, он подписывает анкету, в которой написано, что он должен прийти к нам через 180 дней и сдать повторные анализы. Если тогда мы выявляем, что все у него нормально, то полгода, который он сдавал плазму, мы ее выдадим в лечебное учреждение только. Без этого у нас ничего не получается. А для чего выкористовываются эритроциты, для чего плазма? Ну, эритроциты для пополнения русла крови, а плазма – это белковая часть крови, поэтому при ожогах, различных болезнях почек и так далее применяется в основном плазму льют. Дело не в том, что мы только берем заготовку, производим плазму, но производим и заготовку отдельных клеток, тромбоцитов, в частности, для наших онкобольных. Это областная детская онкогематология, взрослая, онкодиспансер. Вот. Многие областная больница иногда заказывают нам для того, больным проводят химиотерапию и при проведении химиотерапии у больного, когда проводят анализы, падают тромбоциты. Для того, чтобы проводить в дальнейшем химиотерапию, необходимо поднять тромбоциты. Поэтому мы заготавливаем и делаем и почти ежедневно. Областная, например, детская у нас почти ежедневно. А якщо щоденно до вас от приходять люди, донори, то скільки? Якщо от в день донора було 60, в звичайний день? Обычный день у нас меньше 40-50 не бывает. Угу. И я скажу, что хочу поблагодарить людей, которые отзываются на просьбы, на различные ситуации жизненные, откликаются и сдают кровь. Проводились и месячники у нас по сдаче крови, это было, и наша полиция сдавала в этом году, дважды проводилось такой месячник, и в январе, и в марте. Вот. Но, однако, не хватает в том плане, что многие доноры не приходят повторно. Угу. Вот если бы доноры больше приходили к нам повторно, вот тогда этот вопрос бы был решен. А кто может стать донором? Донором может быть, согласно закону Украины о донорстве, любой гражданин, достигший 18 лет и до 60 лет сдают. После 60 иногда задают вопросы, можно ли сдавать. Конечно, можно, но уже индивидуально. То есть... Человек уже начинает в более преклонном возрасте появляться различные заболевания, и необходимо его вначале обследовать, а затем уже он может стать... Які хвороби можуть назавжди поставити табу на донорстві в людини? Таких болезней очень много. Это существует 385-й приказ об обследовании доноров. Вот. Это заболевания... органов дыхания, заболевания органов пищеварения, заболевания органов различной этиологии и неврологии, и заболевания, ну, любые, бывают травмы. Есть понятия, есть временные, а есть постоянные. Постоянно, ну, гепатитом человек переболел, он не имеет права уже сдавать кровь на протяжении всей жизни, потому что антитела у него остаются. Вот.
И если переливать другому человеку, то, естественно, он может заболеть вирусным гепатитом. Поэтому заболевания, которые переносятся через кровь, мы в первую очередь это все определяем. Вот я сказал, что проводится обследование. Обследование, да. Значит, обследование как клиническое, то есть мы смотрим формулу крови его, вот, и на уровне лаборатории СПИД у нас, то есть трансфузионных инфекций, вот, они определяют на вирусы гепатита, гепатит С, Б, вот, сифилис, поэтому и ВИЧ-инфекцию. Поэтому... Это кровь, яка не може ніколи використовуватись, так? Да. Угу. Вот. Поэтому ежедневно производится обследование доноров, ну и идет допуск. К тому же еще, если человек делал пирсинг, то он тоже не имеет права сдавать в течение года кровь. Почему? Потому что неизвестно, как обрабатывалось, как проводились, какими иглами там делали. Те саме стосується тату, напевно, да, так? Да, да. Можливо, заразили під час цієї процедури, і протягом року це може тільки проявитися, да, так? Ну і существує це временне противопоказання. Постоянне – це різні заболівання. Вот. І я сказав, що есть временное, но сегодня он пришел, плохо спал, поднялось давление. Мы, конечно, такого донора просто не отстраняем от донорства, а предлагаем ему прийти завтра, послезавтра. То есть, угу, он, когда восстановится у него давление, вот, возможно, переволновался, возможно, все у человека. Поэтому перед накануне сдачи доктор при обследовании донора и в разговоре с ним выявляет, чем он, что он кушал сегодня. То есть жирную пищу нельзя принимать, потому что идет сразу всасывание жиров в кровь и плоховое разделение на эритроциты и плазму. Вот. Измеряется давление, температура и так далее. Поэтому это обследование предварительное для сдачи крови. Скажите, пожалуйста, в донорах какой группы крови наибольше существует потреба? Ну, сказать напрямую, что потребность вот именно в донорской крови какой-то группы, ну, нельзя. Ну, в принципе, я скажу так, что многовековая вот практика, третья отрицательная, четвертая отрицательная – это редкие. Почему? Потому что людей очень мало с такой группой крови, больше идет со второй. Вот. Поэтому резус отрицательная кровь нам крайне необходимо. И да, вот на сегодняшний день, ну что такое литр, полтора литра эритромассы, эритроцитов для такого населения и города, такого как Николаев? Это мало по сравнению. А вот ну, люди, которые имеют такую группу, не хотят идти просто-напросто. Хотя необходимо, по-моему, проявлять гуманность и откликаться на любую беду. А чому цієї крові найменше? Тому що там резус? Нет, просто в природі существує так, що більше людей йде до 60% йде до второй групи, а вже 15-20% йде з третьої групи, 10%, 15% йде з четвертої. А отрицательно еще меньший процент, угу, понимаете? Поэтому вот такое идет разделение. Ну, такое у нас. Так заложено природа. А первая группа крови? Первая группа существует и существовало мнение, первая отрицательная группа – это универсальный донор. Ну, он так и считается, в принципе. Но сейчас тенденция к тому, что идет, переливается группа в группу. То есть вторая – второй, первая – первый. Первый отрицательный, только первый отрицательный. А раньше существовало и понятие такое, что универсальный донор – это первая отрицательная группа крови. И она лилась всем.
Сейчас такого нет. Сейчас все идет к тому, чтобы как-то предупредить передачу различных инфекций через кровь, поэтому стараются и есть все инструкции для того, чтобы переливать их группу в группу. Якщо донор до вас прийшов, що йому з собою потрібно мати? Крім власного тіла та здоров'я? Він має паспорт з собою, тобто документ, який удостоверяє його личність. Всі донори приходят к нам в регистратуру, регистрируют их и проверяют. У нас существует база доноров, Лотос, по которой мы смотрим, когда он сдавал. Она начала у нас существовать с 2004 года, и предыдущие были введены доноры в эту базу, и вот продолжает существовать по сей день. Поэтому открывается его просто фамилия, имя, отчество, уточняется адрес и так далее, заполняется анкета, он после этого идет, сдает в клинику, определяет группу крови его и резус. Вот. Затем идет, заполняет анкету, идет к доктору, который измеряет ему давление, пульс, температуру, проводит беседу, то есть опрос просто, что он кушал, как он отдыхал, где он работает, потому что это влияет на забор крови. Вот. Затем делают отметку, донор идет, пьет чай, печенье употребляет перед сдачей обязательно. Вот. И производится сдача крови. Сдача крови сама проходит где-то 7-10 минут. Существует даже сейчас приказ, вот, о том, что если сдача 12 затягивается 15 минут, то такая плазма не может быть, эритроциты такие не могут переливаться другим людям. А чему? Ну, потому что происходит мелкая агрегация эритроцитов, если идет длительный процесс сдачи крови. Вот, поэтому нежелательно. Так как мы идем к европейским стандартам, то это в Европе не принято. Поэтому а как часто такой... можно сдавать кровь одному там самому донору? Сдавать кровь можно, кровь сдают каждые через два месяца, потому что восстанавливаются клетки крови очень долго, ну, в течение двух месяцев. Они должны выработаться костным мозгом, вот, принять свою работоспособность в организме, и только потом сдача идет. А вот плазму сдают каждые 14 дней. У нас существует 7 аппаратов стоят, Бакстера, вот, которые мы, на которых отбираем конкретно только плазму. Все остальное возвращается донору. Вертается в организм? Да, тут же возвращается донору. Помимо того, что он сдал плазму, мы еще дополнительно вливаем ему заместительную терапию, делаем это физиологическим раствором. То есть пополнить объем русла крови. А это не шкідливо для организма? Наоборот, это существует даже так называемый плазмаферез лечебный. Угу. Вот с лечебной целью можно сказать, что мы проводим лечебную процедуру. Поэтому тут же при сдаче крови начинает производиться усиленно выработка клеток крови костным мозгом. Мы стимулируем его. Поэтому я считаю, что сдача крови – это, как в народе говорили, омоложение организма идет. Поэтому мы заставляем Давайте згадаем еще те часы, когда еще знахари пускали кровь своим пациентам. Да, так? Было. Лечение было кровопусканием и считалось, что при некоторых заболеваниях оно, может, и помогало в то время. И пиявок, если згадати, так? Да, это было. Вот. Даже римляне, когда шла боевые действия, они проводили, они скот гнали вместе с собой и пили кровь для того, чтобы во время ранения пополнять объем русла крови. Что с Рима не знали еще до нас, напевно. Да, они еще
Скажіть, будь ласка, якщо виникає така ситуація, дуже часто ми бачимо оголошення, що потребує донорів той чи інший хворий. І родичі, батьки іноді дітей, вони звертаються до засобів масової інформації, в інтернет-ресурси, для того, щоб з проханням, що потрібна термінова велика кількість крові або кров тої чи іншої групи. Як часто виникають такі ситуації? І от якщо в медичному закладі сказали родичам там хворого, що потрібно багато крові, крім засобів масової інформації, куди потрібно звертатися? Ну, можна обратитися к нам на станцію. Діло в тому, що ми можемо подыскати донорів такої групи, яка необхідна. Діло в тому, що вся ця інформація, вона знаходиться у нас в базі, і це потрібно час. У нас спеціальних сотрудників нету, щоб оказувати вот такие услуги. Но отдельные случаи мы можем это рассмотреть, допустим, индивидуально, если вдруг нету возможности сдать кровь, и донора не найдут сразу. Поэтому могут. А вообще сейчас существуют волонтерские организации. Вот, многие, несколько организаций, я таких знаю в Николаеве, вот, приходят на доноры. Я спрашиваю, откуда вы узнали? А вот было в интернете объявление, просьба сдать кровь. Угу. И сейчас интернет сейчас очень помогает в этом деле. А якщо донор потенційний побачив таке оголошення, він має прийти до вас і сказати, для кого здається та кров, чи не обов'язково, чи як це відбувається? Не обов'язково. Но существує таке, що лечебне учреждение дає направлення. То есть лечащий врач выписывает направление на сдачу крови. А вот. Ну, а человек просто объявление увидел в интернете. У него, естественно, не будет никакого направления. Угу. Он берет просто паспорт и приходит. Я для такого-то больного, для такой-то больницы сдаю. Угу. Хотя бы только лечебное учреждение нам знать. Потому что идет, мы конкретно для лечебного учреждения заготавливаем кровь этому больному. Но дело еще не в том, что конкретно для больницы. Существует план донорства у нас в Николаевской области, как в каждом районе, в районных больницах, так и в лечебных учреждениях Николаева, существует план донорства. Да, они должны, вот больница, допустим, поставить, областная детская, допустим, 2000 доноров в год. Потому что если не пополнять банк крови, то есть не пополнять эритроциты, плазму, что мы тогда будем лить вообще? Поэтому больной просто потеряет больного, если они не сделали переливание, допустим, той же роженицы при кровопотере необходимой. А вот как в районах? У них кожного свой банк крови? В районах тоже. Точно такие же отделения переливания, точно так же они занимаются разделением на эритроциты и плазму. То есть они самостоятельно структурные единицы, которые работают самостоятельно. Только у них более меньший объем. Вот. И идет обследование, они присылают каждые образцы пробирок к нам на станции, мы их проверяем, потом они получают ответы, и только потом они уже... Если необходимо лить больному в этот день, вот, собирается консилиум врачей и решает, можно переливать эритроциты или нет. Если плазму лить, то, естественно, которая уже прошла карантинизацию, то есть 180 дней прошла, вот, с момента сдачи донором крови, вот тогда можно ее переливать. Если донор повторно пришел, то это очень... Мы так будем говорить, радіти цьому. Рады тому, что мы уверены в том, что в этой плазме нету ничего. Угу. Вот. Ну а если донор, вот существует такое мнение, не пришел, мы эту плазму можем заложить ее на переработку. То есть делаем из нее препараты.
Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, що ваші мрії, загадані на День донора, здійсняться, і у вас буде більше пацієнтів. І від душі скажу, що єдиний медичний заклад, якому хочеться побажати побільше пацієнтів. Спасибо. Тому що від роботи вашого закладу і від кількості ваших пацієнтів залежить життя дуже багатьох, як дорослих, так і дітей в нашій області. І я сподіваюся, що все, що ви загадали на День донора, вас здійсниться. Обов'язково. Должно здійснитися. Дякую вам за надану інформацію. Сьогодні з нами був Горенюк Микола Львович, це завідуючий відділенням заготівлі крові. Ще раз дякую. Я сподіваюся, що ви до нас ще прийдете. Обов'язково. І знайдете час. Дякую нашим глядачам, що залишалися на телеканалі Миколаїв. Не перемикайте, далі багато цікавого.